Друзья, добрый день. Мы находимся в эйфории от Экерова. Сегодня 30 октября 2021 года. Сделаем коротенький вам обзор ресторана. Еды немного, но есть чего выбрать. Есть вкусное мясо, вкусная рыба, курочка, есть диетическое питание, есть салаты, вкусные огурцы, помидоры. Потому по вечерам постоянно гриль проходит, завтраки вот там вот дальше проходят, яичницы жарят. Потому, друзья, по еде есть с чем выбрать, но главная фишка этого отеля – это территория. Территория, пляжи, море. Море необыкновенное. Это одно из лучших мест в Кемере, потому что есть 6 регионов, такие как Бельгиби, Кириш, Чиньёва, сам Кемер, Гойнюк и Текерова. Вот Текерова – это один из лучших. В принципе, сейчас во всех отелях, видите, подают через стекло. Ну, как бы это и нормально. Так что ковидные правила все соблюдают. Все. Чай, кофе наливают. Вот.